об этой арене, а сейчас идет круг. Очевидно, это по времени игры. Итак, свисток у нас сегодня на ассистенте номера Владислав Власов. Номер 8. Первый удар по воротам. Сразу начинает прессинговать соперника. Наступает много забитых мячей. Смотрим. Удар по воротам. Правая борьба. Удар по воротам, хороший удар. Ну вот вратарь, конечно, вступил, но тем не менее, даже несмотря на то, что было зачастую, когда где-то таких вариантов нету, но который раз было готово сюда. Ноги, а вот быстрая комбинация опять же Лиза, своего оппонента. Точно так же Лиза. А вот это вот сетка подача выше сетки выпрыгивает во врага центра поля и какой момент упускает передачу от вышедшего на замену Юрия Гусева. Смотрите, хороший такой закидончик и то ли удар, то ли пас, ну как пружина идет вперед команда Тахова. Удар, ну и здесь прекрасно, вот просто контратака, о которой мы, собственно говоря, и говорили о том, что если одна из команд раскрывается и выпущена вперед, вперед, а вторая нацелена не на двой мяч. Смотрим, подача. Вот получил, да, я правильно думаю.